друзья мои, я рад пригласить сегодня нашего гостя. Вот для нас для меня лично большая честь. Очень рад, что он приехал к нам, потому что это на самом деле уважаемый человек. И человек, который много занимается именно миссионерской деятельностью, он ездит по разным странам и начинает новые церкви, помогает начинающим церквям тоже по разным странам. Огромный опыт работы, и поэтому я буду рад, что он сегодня нам послужит. Very happy to have you today. It's a privilege for us. And if you're ready, yes, I am. You can come to the stage. Thank you. Hello, everyone. Добрый день всем. It's good to be here with you. Это радостно быть с вами здесь. I love it. Я люблю это. What a wonderful spirit of worship this morning. Прекрасный дух поклонения в этом месте, в это утро. Wherever you go in all the world, you can meet brothers and sisters in Christ. Когда я путешествую по миру, везде можно встретить братьев и сестер во Христе. And that is so wonderful. И это так прекрасно. And I bring you warm greetings from Germany. Я привез вам большой привет из Германии. So we want to bless you. Мы хотим благословить вас. From our Pentecostal movement in Germany, and from our president brother Johannes, I bring you the warmest greetings. Я от Пятидесятнического союза Германии и от президента союза Йоханнеса Юстуса я привез вам большой теплый привет. We flew in tonight into your country and then had a little rest this morning in the hotel. Мы прилетели этой ночью в вашу страну и немножко успели отдохнуть в гостинице. And then we were very happy and curious to see who are you? Who is the people of God here in Israel? Мы были радостны в ожидании увидеть вас, познакомиться с вами. And we love to see you. И нам приятно видеть вас. So, I bring you also greetings from our local church. This is in the middle of Germany. Я также привез вам большой привет от нашей поместной церкви. Она находится в центре Германии. I'm the senior pastor of a good sized church. Я старший пастор достаточно большой церкви. We have around 500 people in our church. В нашей церкви 500 человек. And this church is celebrating its 111th jubilee this year. 111 years. 111 years. 111. Наша церковь в этом году юбилей нам 1100 лет. So this is one of the 111 лет. Миссионерском видении изначально. When this church was started, they were sending missionaries to China. Когда эта церковь была начата, они сразу посылали миссионеров в Китай. That was during the time before the Cultural Revolution in China, and it was possible to send workers to China. Это было в то время, когда еще не было культурной революции в Китае, и это была тогда возможность посылать миссионеров в эту страну. And it was a hard work for these missionaries to be in China. И это была тяжелая работа для миссионеров быть в Китае. And then after years they had to leave the country because of the government. Но потом они были выгнаны из страны из-за правительства. But see what has happened today in China through this early revival in this country. Но посмотри, что происходит сегодня в Китае от этого раннего пробуждения. Many people came to know Christ. Много людей узнали Иисуса Христа. And now the church today, the church in China is very, very strong. И сегодня церковь Китая очень сильная церковь. And 2 years ago we were here in Tel Aviv in Yafo. 2 года назад мы были здесь в Тель-Авиве в Яфо. And we were there at the harbor and walking around. И мы гуляли.
And we saw some Chinese people there. И мы видели китайцев. And they were praying with someone from here. И они The Chinese people. Yeah. И они молились за кого-то там. And they were so full of fire. We want to pray for the Israelite people here today. Это было настолько сильно и мощно, и мы тоже хотели молиться. Они молились за Израиль. So people from China are coming all over the world and doing the work of Christ. Люди из Китая сегодня ездят по всему миру и делают Божью работу. That can happen when a church is mission-minded. Это то, что происходит, когда церковь настроена миссионерская. Your church is not 111 years old, I guess. Наша церковь не 111 лет. 13 years, okay. Наша церковь 13 лет. Not too old. Не 111. But I want to encourage you to be mission-minded. Я хочу ободрить вас, чтобы у вас было миссионерское видение. That does not mean sending people to China. Это не говорит о том, что вы обязаны посылать людей в Китай. But that does mean we have to expand our area, our land. Это говорит о том, что мы должны захватывать территории в нашем районе, в нашей стране. God has given you a spiritual territorium here in Israel. Бог дал вам духовную территорию здесь, в Израиле. And I'm here this morning to tell you, go out and use this, what God has given you, into your church. И в это утро я здесь нахожусь для того, чтобы сказать вам, идите и используйте то, что Бог вам дал. Be a sending church. Be a mission-minded church. Будь церковью, которая посылает людей, церковью, которая имеет миссионерское мышление. If you do so, поэтому, если вы будете так поступать, the Lord will give blessings into your local work here. Бог благословит вашу поместную работу здесь. Giving away does not mean that you have less. Пойти наружу не значит, что здесь будет меньше. Giving away means the blessing will grow in your life. Давать идти наружу, это говорит о том, что Бог будет благословлять и поднимать твою жизнь. And the Holy Spirit will help you to do so. И Дух Святой будет помогать вам делать это. I want to encourage you to be a sending church. Я хочу ободрить вас быть церковью, которая посылает людей. Do the work the Lord has called you to do. Делай работу, которую Господь призвал тебя делать. And He Himself will help you. И Он сам поможет тебе. The Bible tells us that Jesus is our helper. Библия говорит нам, что Иисус наш помощник. The Bible says about the Lord Jesus that He is our advocate. Библия говорит, что Иисус, Он наш адвокат. Normally you don't need an advocate. Обычно нам не нужен адвокат. But if you come into problems, then it is good to have one. Но когда у тебя приходят проблемы, это хорошо иметь такого. And have you ever seen an advocate who is against you? И дьявол against you, who is not with you? Прокурор. Прокурор, он против тебя, он не адвокат. No, he is for you. He is working with you. Иисус, он адвокат, он не против тебя, он за тебя, он воюет за тебя. He is at your side. Он стоит сбоку тебя. He will strengthen you. Он будет укреплять тебя. And we sometimes come into weak situations where we feel weak. Иногда мы попадаем в такие ситуации, когда нам очень тяжело. When you do a mistake that you don't want to do. Когда ты делаешь ошибки, которые ты не хочешь делать. When you say something you want to have said. Когда ты говоришь что-то, что ты не должен был говорить. When you think something that is not good. Когда ты думаешь что-то, что плохо. When you look something with your eyes that is not very helpful or healthy for you. Когда ты смотришь своими глазами на что-то, что не очень помогает тебе и не очень здорово для тебя. And sometimes we will fail. We will do sin. Иногда мы падаем и мы грешим. We have mistakes, we have problems. Мы делаем ошибки, мы имеем проблемы. But Jesus says to you this morning. Но Иисус говорит тебе сегодня в это утро. I am your helper. Я твой помощник. I am at your side. Я стою рядом с тобой. I am your advocate. Я твой адвокат. Satan is coming and he is accusing you. Сатана приходит для того, чтобы быть против тебя. And he wants to make you feel bad. Он хочет, чтобы ты себя плохо чувствовал. But Jesus is here with his power.
Но Иисус здесь Его силой. With His forgiveness. С Его прощением. And He will strengthen you. И Он укрепляет тебя. And He will give you a new vision, a new aim, a new goal. И Он даст тебе новое видение и новую цель. What you have to do is just to ask Him, Jesus, come and help me. Это то, что ты должен только сказать: Иисус, приди и помоги мне. So Jesus is our advocate. Bible says He's our advocate at the right hand of the Father. Итак, Иисус наш адвокат, и Библия говорит, что Он наш адвокат по правую руку Отца. He is sitting next to the Father in heaven. Он сидит рядом с Отцом Небесным на небесах. And there He is constantly interceding for us. И Он точно на нашей стороне. He is praying for your church. Он молится за твою церковь. He is praying personally for you. Он персонально молится за тебя. To His Father. Своему Отцу. So He says, Father, help this church in Hod-Hasharon. Hod-Hasharon. И Он говорит, Отец, помоги этой церкви в Hod-Hasharon. Bless these wonderful people who are here. Благослови этих прекрасных людей, которые находятся здесь. So this is Jesus doing for you, for us. Это то, что Иисус делает для тебя, для каждого из нас. And also for you personally. И Он также за тебя персонально, лично. If you have done something wrong, He is interceding for you. Если ты сделал что-то плохое, неправильное. So maybe you are here in this church for the first time. Может быть, ты в этой церкви первый раз здесь. And you have never heard such a message. И ты никогда не слышал подобной проповеди. I say to you this morning, Jesus is for you. Я говорю тебе в это утро, Иисус за тебя. He is not against you. Он не против тебя. Whatever you have done wrong in your life. Все, что бы ты ни сделал плохого в своей жизни. Jesus is the one who will give you forgiveness. Иисус тот, кто дает тебе прощение. Bible tells us He's the way to the Father. Иисус, Библия говорит, что Он является путем к Отцу. He is the door. Он дверь. We can go through the door. Мы можем идти этой дверью. We can enter into the presence of God through this door that is called Jesus Christ. Мы можем войти в присутствие Божье через эту дверь. May I invite you this morning to go through this door? Могу ли я пригласить тебя в это утро идти через эту дверь? If you want to enter into the house, what do you do? Если ты хочешь войти в дом, что ты делаешь? You are looking for an open door. Ты смотришь, как открыть дверь. And Jesus is this door into the house of the Father. Иисус является той дверью, которая открывается в дом Отца. The Father is looking out for you. Отец смотрит на тебя. He wants to have fellowship with you. Он хочет иметь общение с тобой. The Father is longing for you. Он учит тебя. Petra and me, we have 4 kids. Я и Петра имеем 4 детей. And 3 kids-in-law. И 3 как бы зятья там невестки. And we have 3 grandchildren. One is coming. И у нас есть 3 внуков и 1 по дороге. What do we love? Что мы любим? To be together with them. Мы любим быть вместе с ними. What about you? Что, как у What тебя? About your children? Как насчет твоих детей? Mothers and fathers and grandmothers and grandfathers always want to have their children with them. Отцы и матеря, деды и бабушки, все хотят, чтобы дети были рядом. Am I right? Я прав? Here with you the same, yeah. У вас такое же мнение? All over the world. Это везде одинаково во всем мире. And this is because the Father in heaven has put that into our hearts. Это потому, что Небесный Отец вложил это в наши сердца. And He is the great example for us. И Он прекрасный пример для нас. He wants to have fellowship with you. Он хочет иметь взаимоотношения с тобой. So if you are not part of the Father's house, если ты не являешься частью отцовского дома, I invite you this morning to become a son and a daughter of God. Я приглашаю тебя в это утро стать сыном и дочерью Божьей. How can I do that? Как мы можем это делать? By just asking Jesus to come into my heart. Просто попросите Иисуса прийти в твое сердце. Later on, I want to give those of you who are not children of God the opportunity to take Jesus in your life. Немного позже я дам тем людям, которые не являются детьми Божьими, возможность принять Иисуса в свое сердце. But let us first of all go back to the Bible. Но сначала мы посмотрим Библию. Because
God has not only given us Jesus as an advocate. Иисус наш адвокат. God has given us the Holy Spirit. Бог дает нам Духа Святого. As an advocate also. Как адвоката, так же как и Иисуса. Let us turn to the Gospel of John chapter 4. Мы сейчас откроем с вами Евангелие от Иоанна 4 главу. Jesus is there talking with the Samaritan woman. Иисус общается с самаритянской женщиной. He was walking through this land. Он ходил по этой земле. And he was coming through the area of Samaria. И он пришел в Самарию. And at this time he was thirsty. И он был голоден, а он хотел пить. He came to a well. Он подошел к колодцу. And at the well there was sitting a woman. И возле колодца сидела женщина. And he was asking her, "Can you give me some water?" И он спросил ее, можешь ли ты мне дать немного воды? What a blessing to have water. Какое благословение имеет вода? Especially in hot Israel. Особенно в жарком Израиле. So we came from Germany and it was freezing yesterday. Мы приехали из Германии, и вчера там было очень холодно. Like Siberia. Как Сибирь. And we came here. И мы приехали сюда. And today it's very warm. И сегодня очень жарко. Short arms. И у меня короткие рукава. I brought my warm coat. I could have left it at home. Я привез мою теплую куртку, я мог бы оставить это дома. But when it is warm, what do you need? Что тебе нужно, когда тебе жарко? Water. Вода. Such a blessing to have. Even for a preacher. Благословенно иметь воду, особенно для проповедников. Oh, it's good. So it's a blessing to have water. Это благословение иметь воду. And Jesus was thirsty at that moment. Иисус он жаждал в этот момент. And we read in verse 11. И мы прочитаем 11 стих. Sir, the woman said, "You have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water?" Женщина говорит ему: "Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец..." Speaking about normal water. Женщина говорила об обыкновенной воде. And Jesus said to her, "I can give you another water." А Иисус ей говорит: "Я могу тебе дать другую воду." This water is different. А это другая вода. And she replied, "How can you do that?" А женщина говорит: "Как ты можешь это сделать?" "I have no idea. You have no cup to bring me water." Я не понял, ты у тебя нету ничем почерпнуть эту воду. Verse 12. "Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Jesus answered, "Everyone who drinks the water will be thirsty again." Иисус сказал ей в ответ: "Всякий пьющий воду сию возжаждет опять." So this is normal in our life. We will be thirsty again. Обычно в нашей жизни мы опять захотим пить. Water runs out. Вода она уходит. And Jesus says, "I have another water for you." Но Иисус говорит: "У меня есть другая вода для тебя." Let us read verse 14. Давайте почитаем 14 стих. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Read this part, please. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. You will never thirst. Ты никогда не будешь жаждать. This is not natural, Jesus is speaking about. This is supernatural. Это необыкновенно то, что говорит Иисус. Говорит, это супер необыкновенно. I myself need water or something to drink every day. Лично я нуждаюсь в том, чтобы пить воду каждый день. And especially if you come into a hot situation. Особенно если ты попадаешь в жаркую ситуацию. But Jesus says, "I give you more." Но Иисус говорит, я дам тебе что-то больше. I do something supernatural in your life. Я сделал что-то необыкновенное в твоей жизни. People of God here in Had HaSharon, God will do something supernatural in your life. Люди из этого места, из этого Шарона, из этой местности, Бог сделает что-то необыкновенное в вашей жизни. What is the supernatural thing in your life? И что это необыкновенное, какая-то необыкновенная вещь в вашей жизни? Let us read on in verse 14.
Прочитаем дальше в 14 стихе. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Do you understand this verse very good? Ты хорошо понимаешь этот стих? What does that mean? Что это значит? Jesus is giving us living water. Бог, Иисус дает нам живую воду. And this water will satisfy our desire in our heart. Эта вода, она будет изменять нашу жизнь. Okay? First of all, you will be satisfied. Ты будешь спасен. You will be not thirsty again. Ты не будешь жаждать вовек. Because the thirst of your life has gone. Потому что жажда из твоей жизни она уйдет. Jesus is the water for your life. Иисус является водой для твоей жизни. Isn't that wonderful? Не прекрасно ли это? And Jesus is speaking here about the Holy Spirit. Иисус говорит здесь о Духе Святом. And he says the Holy Spirit will be in your life. И он говорит, что Дух Святой. And the Holy Spirit will be your advocate. Он говорит, что Дух Святой будет в твоей жизни, он будет твоим адвокатом. He is helping you. Он будет помогать тебе. He is building your life in a spiritual way. Он будет строить твою жизнь духовным принципом. So that you can be successful in your life. Так что ты будешь успешен в твоей жизни. Whatever situation comes in your life that may dry you out. Какая бы ситуация ни пришла в твою жизнь. You can say, I have this living water of Jesus Christ. Ты можешь сказать, я имею живую воду Иисуса Христа. He has given me that water into my life. Он дал мне эту воду в мою жизнь. This is a supernatural thing for someone who believes in Jesus Christ and who is a newborn creature. Это необыкновенная вещь, которая дается каждому верующему в Иисуса Христа, который становится новым творением. And really, this will help you to live your life. И это поможет тебе жить твою жизнь. But then Jesus says something more. Но Иисус говорит также что-то большее. The water will not only satisfy yourself, yourself. Он говорит, что вода не просто приведет тебя, то есть к спасению. There is something more. Это что-то большее. It will be a well, a fountain in you. Она будет течь в тебя. That from you rivers of living water will flow to all the peoples that are surrounding you. И он говорит, что из тебя потекут реки воды живой на каждого человека, который находится вокруг тебя. Do you get that? Повторите это. From you there will flow living water. Из тебя будет течь живая вода. There will be a well in you. Которая на самом деле находится в тебе. I find that very interesting and helpful for me personally. Это очень интересно лично для меня, этот стих. What does that mean practically? Что как-то выглядит практически? If you believe in Jesus Christ, если ты веришь в Иисуса Христа, no matter in what situation you are, не важно в какой ты ситуации, the Lord has given you the living water. Бог дает тебе живую воду. And this living water is not only for you, эта живая вода не только для тебя, it is for the people that you meet. Это также для людей, которых ты встречаешь. The living water will flow from you to other people. Живая вода будет течь из тебя на других людей. And other people will recognize it is a pleasure to meet with you. И другие люди будут понимать, что для них это благословение встречать тебя. Yesterday, sitting in the plane from Amsterdam to Tel Aviv, there was a Jewish lady sitting next to me. Вчера я сидел в самолете из Амстердама в Тель-Авив, и еврейская женщина сидела рядом со мной. She was not a believer. Она не была христианкой. And I was telling her because why we are going to Israel. Я объяснил ей, почему мы летим в Израиль. Because I said our best friend was born here.
Потому что наш лучший друг был рожден в Израиле. And he lived here, and we like to be where our best friend was. И мы хотим быть там, где наш лучший друг был. And she was smiling and understanding who was our best friend. И она поняла, кто этот лучший друг. And we said, this is the reason why we love this country. Это причина, мы сказали, почему мы любим Израиль. We didn't talk too much because we were flying at night. Это мы не говорили много, потому что мы летели ночью. But at the end, she said, "It was so nice to meet you." Но в конце она сказала, так приятно познакомиться с тобой. I felt something from you coming to me. Я почувствовал, что что-то приходит ко мне от тебя. It was inspiring for me to meet you. Это как бы радует меня, что я встретился с тобой. Exactly this is what the Bible is speaking about. Это точно то, о чем говорит Библия. When you have contact to someone, когда у тебя есть контакт с кем-то, he will feel, он будет чувствовать, that you have this living water in you. Что ты чувствуешь, что ты имеешь эту живую воду внутри тебя. Amen. Amen. This living water will flow from out you to the people. Эта живая вода будет течь из тебя на других людей. And they will realize you are a child of God. И они будут опознавать тебя как дитя Божие, потому что ты имеешь что-то особенное. Sometimes if you meet people and you are together with them for just some minutes or let me say one hour. Иногда, когда ты встречаешь людей, и ты с ними немного времени, может быть, час. Have you also made this experience that afterwards you feel very much dry, like... Было ли такое ощущение, что ты чувствовал себя высохшим просто после общения с этими людьми? Because these people are always pulling out of you. Потому что эти люди, они тянут из тебя. They are taking energy from you. Они поглощают твою энергию. And afterwards you feel dry yourself. И ты чувствуешь после этого себя полностью высушенным. You think that cannot be possible what is happening with this person here. Ты не можешь понять, что произошло с этим человеком сегодня. So, there has to be a different. You are different. Вот ты другой. When you live with the Holy Spirit, когда ты живешь в Святом Духе, the Holy Spirit will be this well, this fountain in your life. Он будет наполнять тебя, он будет внутри тебя, и он будет рядом с тобой. Do you believe that? Веришь ли ты в это? Do you take it this morning? Берешь ли ты это этим утром? Take it for yourself. Возьми это для себя. You shall be a well, a fountain for your neighbors. Ты можешь это проверить на своих соседях. Grandmother. Бабушка. You, бабушка, yeah, that's good. Бабушка, you are called to be a well for your family. Бабушка, ты призвана быть благословением для твоей семьи. Pray for your children. Молись за своих внуков. Pray for your grandchildren. Молись за своих детей, внуков. Even if they are not believing in Christ Jesus. Если даже они не верят в Иисуса Христа. Pray for them. Молись за них. And you will be such a well for them. И это будет большое благословение для них. Because the water flows. Потому что вода будет течь. Where does the water come from? Это будет наполнять их. It will come from your personal time with Jesus. Но эта вода, она появляется из-за твоего персонального времени с Иисусом. When you read the Word of God. Когда читаешь Слово Божие. When you pray. Когда ты молишься. When you worship. Когда ты поклоняешься. Then the water level will go up. Уровень воды будет подниматься в твоей жизни. And people see it will come out of you. И люди будут видеть, что это течет из тебя. And others want to come and want to be in fellowship with you. Они будут захотеть быть с тобой в общении. Let us go into the Old Testament. Давайте пойдем в Ветхий Завет. What does it read in the book of Psalms? Что написано в Псалмах? It reads there, all my fountains are in you. Что все горы они будут наполнены. You are my fountain, my Lord in heaven. Ты встречаешь Бога на них. So we can also see it in the Old Testament. Это то, что мы видим в Ветхом Завете. Jewish people can read it in the Old Testament, in the book of Psalms. Евреи читают постоянно Ветхий Завет. You are my fountain, you are my well. Ты возле меня всегда. Let us read about the man Joseph in book of Genesis. Давайте почитаем книгу Бытие об Иосифе. This is taken directly from the Torah. Это взято прямо из Торы. What does it read there?
Что мы здесь читаем? Joseph, he was like a tree. Иосиф был как дерево. A green tree that was growing over the wall. Как зеленое дерево, которое росло возле потоков вод. And where was this tree planted? И где это дерево было посажено? This tree was planted next to the well, next to the fountain. Оно было посажено возле потоков вод. So if you live with this fountain in your life, если ты живешь в таком месте в своей жизни, your tree will grow. Твои ветви будут расти. And the branches of this tree will go over the wall. Твое дерево будет расти, твои ветви будут расти. And this tree will bear much fruit, as it also reads in Psalm chapter 1. Это дерево будет приносить много плода, как мы читаем в своем первом псалме. You are like a tree that is planted next to the water. Ты как дерево, посаженное у потоков вод. And the water is flowing out of your life. И воды приходят в твою жизнь. The prophet, они исходят из тебя. The prophet Zechariah is speaking in chapter 13 about the well that will grow up in Israel. Пророк Исаия говорил в 13 главе о том, как мы растем в Израиле. And he gives a prophetic picture. И он показал пророческую картину. He says the well that is coming up in Israel will be a well against sin. И what do you mean well? Well, a fountain. Yeah. Well is the another English word for fountain or spring. Spring. Water that is coming up. Когда? Колодец. Can you repeat? So in Zechariah chapter 13 it is written that there will be a well against sin. Okay. В Захарии написано в 13 стихе, это Захария chapter 13. Где мы сейчас прочитаем Захария 13. If you like to read it. 13 глава. I give you Zechariah chapter 13 verse 1. I got it. On the day a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants of Judah. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Источник. And well is another word for okay, thank you, get it. So this is going to grow in the house of Israel. Это возрастает постоянно в доме Израиля. A fountain against impurity and against sin. Источник против греха. I know that especially here in the Tel Aviv area there is so much so there are so many people living within sin. Я знаю, в Тель-Авиве особенно очень много людей живет в грехе. They don't believe in God. Они не верят в Бога. They don't believe in Jesus. Они не верят в Иисуса. And you as a church, you are called to be a fountain against sin. И ты как церковь, ты призван для того, чтобы бороться с грехом. A fountain against impurity. Ты борешься против нечистоты. So, are you ready to do so? Готов ли ты к этому? God has called you. God has given you a call, my dear church. Бог призывает тебя, Бог дает тебе призвание. And I love to preach this morning to you. И мне нравится проговорить тебе об этом, проповедовать тебе об этом утром. Excuse me, this afternoon we are. Или же уже правильно сказать после обеда. Later in the day. Church, do you take this calling for you? Я хочу спросить церковь, принимаешь ли ты это призвание для тебя? Oh, you may say no. I'm not able to do so. Ты можешь сказать нет, я не могу это сделать. I have such. У меня так мало воды. Small water in my life. У меня очень мало воды в моей жизни. It is hardly enough for me. Это даже для меня недостаточно. I take it for myself. Я сохраню это для себя. I only need it for me. Это нужно только для меня. Yes. Our pastor, he is a real big well, a big fountain. Наш пастор, он действительно здоровый. Он может. There is a lot of water coming out of him. У него много воды, которой для всех хватит. You know Reinhard Bonnke? Yes, of course. The great evangelist. Вы слышали о Рейнхарде Бонке? From Germany. А известный евангелист. Reinhard Bonnke, he is such a big fountain, a big well. Он большой источник.
На самом деле. When we speak about a fountain, we sometimes think of this big waterfall coming out anywhere. Когда мы говорим об источниках, мы представляем, что много воды приходит везде. Maybe we think of the Niagara Falls, what big waterfalls or something like that. Мы думаем о водопаде Ниагарском. Is that what the Bible is speaking of? Это то, о чем говорит Библия? No, I don't think so. Я не думаю. So, have you ever been in the mountains walking around? Когда-нибудь вы ходили по горам? Maybe it's a little bit different here in Israel, but if you think on Caucasus or we have mountains here. Yeah, okay. Or on the Alp mountains in Germany. Но если вы здесь в Израиле, может нет больших гор, но если по Кавказу походить там. If you go into the mountains, если вы поднимаетесь на горы, there you find many, many fountains. Вы видите много источников. And what is your imagination of that? Какое ваше представление об этих источниках? Sometimes we think there is a big flow of water coming out of the ground and it's like a big waterfall. Иногда мы представляем, что это большой такой поток из земли выходит, много воды дает. Is it like that? Но это маленькое такое что-то. No, that is not the reality. То есть большое, это в реальности нет такого. Most of the fountains, especially in Germany, I don't know how in other countries, but in Germany, it's like that. It is a little bit greener grass area, where it's a little bit more green. В Германии это выглядит так, источники. Это значит небольшая зеленая территория. And you can see little streams of water. И ты можешь такой видеть маленький ручеечек воды. The ground. Sometimes you even cannot see it. It's hard to see it. Иногда ты это даже не видишь, что тяжело увидеть. But if you tap into it, если ты наступишь там, then you see. Oh, it's wet. О, ты чувствуешь, это мокро. It's coming out of the ground. Это выходит из земли. And then you walk some meters away. И ты идешь несколько метров, проходишь. And you look again to the ground. И ты видишь, смотришь опять на землю. And you see there is much, much more water. И ты видишь больше, больше, больше. And if you go some more meters, if I had more cable, I would go. Если ты идешь еще несколько метров. Then you see it's a little river. И ты видишь небольшую реку. And then it comes to be a big, big river. И это появляется больше и больше река. We have so many big rivers on this world. И так много рек на самом деле вот на этой земле. Where do they start? Где они начинаются? Very, very small. Что-то маленькое. So, sister, it starts with you. Это с тебя начинается. From you there is flowing maybe just a little water. Может быть что-то маленькое из тебя начинается. But this comes together with the water coming from him. А потом это вот с него. And from her. Из нее. And then the water comes together. И эти воды совмещаются. And it's a stream. Это поток. It is a river of water for the world. Это реки воды для этого мира. And that is a calling of a church, of a local church. Это призвание. Everyone gives his water. Каждого есть своя вода. Everyone gives that what he has received from God. Каждый дает то, что он получает. And then it comes together as the church meets for worship. И когда это собирается вместе, а то, что чем церковь прославляет Бога. We have the experience that the water is flowing. У нас есть появляется опыт, как вода движется. Sometimes you come in a meeting like this meeting this morning. Иногда вы приходите на такое собрание, как сегодня. And it's such a presence of God there. И ты переживаешь очень много присутствия Божьего. It doesn't matter if the worship team is well trained and professional. Это даже вообще не важно, если профессионально играет группа прославления. It's good that they play good music, sister. You did very well this morning. Да, сестра, ты прекрасно это делала сегодня. But that is not the point. Но не в этом суть. The point is the anointing of the Holy Spirit. Суть это помазание Святого Духа. And this is the water that is flowing from you, flowing into the church. Это вода, которая течет через тебя в церковь. And from the church into the country. И из церкви в страну. The Bible speaks in the prophet of Ezekiel that there is flowing, that there is a river flowing from the house of God. И пророк Иезекииль говорит.
что реки воды живой текут из дома Божьего. The house of God is not the temple in Jerusalem. И дом Божий это не храм в Иерусалиме. You are the house of God. Ты дом Божий. You are a spiritual building. Ты духовное строение. And from you there will flow rivers of living water. И из тебя будут течь реки воды живой. Let it flow. Дай им течь. Let the water come out of your church. Дай река воды течь из твоей церкви. Let this flow into the people that come from Russia and live here in Israel. Для всех людей, которые приехали из России и живут в этой стране. Let it flow to all the Jewish people. Дай это течь на всех иудеев. Don't be exclusive only for Russian-speaking people. Не будь эксклюзивным только для русскоговорящих. Let the water of the Holy Spirit flow. Дай рекам воды Духа Святого течь через тебя. Let the water of the Holy Spirit be a dwell against impurity and against sin. Пусть эти реки живой воды будут против нечистоты и греха. Let the water of the Holy Spirit flow through your life. Дай водам Духа Святого течь через твою жизнь. And brother and sister, this will give you wisdom. И братья и сестры, это дает вам мудрость. This will give you power. Это дает вам силу. This will give you excellence. Это дает вам превосходство. This will give you courage. Дает вам помазание. You could do a study of the book of Proverbs, for example. Вы сможете изучить притчи, например. If you are looking in your Bible for the term fountain in Proverbs, как вы читаете в начале свою Библию, найдите притчи. You will find so many references where it writes about this fountain in your life. Вы можете найти так много всего нужного, чтобы это помогло вашей жизни. And it will give you power in every area. И это даст вам силу в каждой, на любой территории. The Bible also speaks about the relationship between wife and husband. И Библия также говорит о взаимоотношениях между мужем и женой. And it speaks about how we work and live together. Это о том, как мы работаем и живем вместе. And this relationship it also speaks in the book of Proverbs about that. Об этом также говорится в книге Притч. Can be a fountain. Эти взаимоотношения тоже могут быть источником. Enjoy your fountain. И радостью. Husbands and wives. Источником радости. Enjoy your fountain. Наслаждайтесь вашим источником. Enjoy your personal fountain in the relationship with your. Наслаждайся твоим персональным источником в твоих взаимоотношениях с with your wife and your husband. С твоей женой и с твоим мужем. Drink water from your own well, it says there. Ты напей воду из своего колодца, из своего источника. Not from another one. Не от других там источников. This is a word of warning to you. Это то, что Слово Божие говорит. So, I want to pray for you this morning. Я хочу молиться за тебя, за вас в этот день. That you are really a fountain for this country. Чтобы вы были действительно источником для этой страны. That the water of life will flow from your church into the nation of Israel. Чтобы вода живая текла из этой церкви на народ Израиля. And we as BFP in Germany, we want to support you in doing so. И мы, союз BFP из Германии, мы хотим поддерживать вас в этом. Because we feel that the Lord has called us to do so. Потому что мы видим, верим, что Бог призывает нас делать это. Many people in Germany are praying for you. Много людей в Германии молятся за вас. Praying for your church. Молятся за вашу церковь. Praying for the churches in this country. Молятся за другие церкви в этой стране. Praying for the nation of Israel. Молятся за народ Израиля. And we want to support you, and we want to. И мы хотим поддерживать вас. We want to hold hand together with you. Мы хотим дать вам руку. And do not let you alone. Не останавливайтесь. We want to be with you. Мы будем с вами. And we are praying for you. И мы молимся за вас. So let us close with a time of prayer. Давайте мы закончим с молитвой. I want to pray for you that your life is a fountain for others. Я буду молиться, чтобы ваша жизнь была источником. But before I do so, I want to
ask everyone to close your eyes. Но прежде чем я буду это делать, я прошу вас, закройте ваши глаза. Don't look around. Не надо смотреть по сторонам. Maybe there is someone here this morning who has not given his life to Christ. Может быть, кто-то здесь еще не посвятил свою жизнь Иисусу Христу. You have not received Jesus Christ as your personal savior. Может быть, вы еще не приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя. And this morning you are touched in your heart. И сегодня этим утром это прикоснулось к вашему сердцу. You did not understand everything what I was speaking about. Вы не совсем поняли, наверное, все, что я говорил. That is not important. Но это вообще не важно. But you say this morning, okay, I want to go with Jesus. I want to. Но вы можете сказать этим утром: я буду идти со Христом. My life to Jesus. Я посвящаю свою жизнь Христу. I've never done this before. Я никогда не делал этого раньше. But I want to do this day. Но я хочу сделать это сегодня. So I would love to pray for you. Я хочу помолиться за вас. If you just say, I want to be a follower of Christ, I want to give my life to Christ, please raise your hand. Если вы хотите сказать, что вы хотите посвятить свою жизнь Христу, поднимите свою руку. And I would love to pray for you. Thank you for your hand. Я хочу молиться за вас. Это кто еще не делает? Thank you for your hand. Anyone else who want to say this? Кто-то еще? It is your decision. Это ваше решение. So, pastor, can you lead these people in a prayer of repentance? Давайте, кто поднял руку, можете еще раз поднять просто. Окей. Давайте мы помолимся вместе. Actually, these people is the church. So, prayer for them, whatever. Yeah. Okay. Я буду молиться за вас вместе с Франком. Отец Небесный, мы молим Тебя за каждого человека, который сегодня находится на этом месте. Молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил каждого, кто сегодня пришел также первый раз и никогда еще не посвящал свою жизнь Христу. Мы благословляем этих людей. И мы также молим Тебя за церковь, Господи, и просим, чтобы Твое благословение было на каждом брате и сестре, на каждом, кто слышал сегодня Слово Божие. Пусть даже если кто-то не все понял, пусть это произведет свою работу в сердцах каждого, и пусть это принесет благословение в жизнь каждого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.